Тема сегодняшней лекции, вернее, части лекции, это двумерная гидродинамика. Вообще говоря, двумерную гидродинамику вы должны проходить на семинарских занятиях, но я ее должен коснуться хоть чуть-чуть, чтобы вот непрерывная линия понимания в лекциях была. Итак, что есть двумерная гидродинамика? Это гидродинамика, в которой от одной координаты ничего не зависит. Вот такую координату, от которой ничего не зависит, мы выберем координату z и будем рассматривать течение в плоскостях параллельных оси x, y, и в каждой из этих плоскостей будет абсолютно одинаковое течение. И хотя течение, мы понимаем, в жизни это объемное течение, но на каждом срезе это течение будет одинаково. Вот такие вот потоки называются двумерными, а гидродинамика, соответственно, двумерной гидродинамикой. От оси Z ничего не зависит, и вертикальная компонента скорости, для нас Z это вертикальная компонента, пусть она будет вертикальной, тоже зависимость от вертикальной оси не будет. И тогда у нас будет две компоненты скорости по x, y направлению. Вот мы их обозначим буковками U и V. X будет и y взаимно перпендикулярные координаты, уравнение которым будет подчиняться двумерная несжимаемая жидкость. Вот выписано у вас в покомпонентном виде. Третье уравнение для W полностью отсутствует, а также W отсутствует в первых двух уравнениях. Итак, вот плоская гидродинамика описывается двумя уравнениями Эйлера. Вот они представляют у вас первые два уравнения в системе. И уравнение несжимаемости, дивергенция скорости равна нулю. Мы будем рассматривать движения потенциальные. Поэтому для нас будет иметь место потенциал. X-компонента скорости – производная от потенциала по X. Y-компонента скорости – производная от потенциала по Y. Но вот кроме того, мы должны ввести в рассмотрение новую функцию, функцию, которая называется функцией тока. Это такая функция скорости, компоненты скоростей выражаются через производные от которой. Производные, вот они выписаны, они как раз полностью по другим координатам, что в потенциале. Итак, x компонента скорости, это есть dψ по dy, а y компонента скорости минус dψ по dx. Вот такую функцию тока можно ввести только для плоской гидродинамики. И она оказывается очень удобной. Ну, прежде всего, почему ее можно ввести? Вот давайте посмотрим. У нас должно выполняться автоматически, не автоматически, а должно выполняться уравнение несжимаемости. И эта дивергенция скорости равна нулю. Для потенциала она приведет совершенно понятно к чему. К уравнению Лапласа для потенциала. А для функции тока... А для функции тока, если мы U продифференцируем по x, это вторая производная, смешанная вторая производная, а V по y, это тоже смешанная вторая производная, но со знаком минус. И вот сумма двух таких компонентов даст нуль, причем всегда и автоматически. То есть при таком подходе уравнение несжимаемости выполняется абсолютно всегда. А это условие кинематическое, то есть условие, ну, в котором еще динамика никакой роли не играет. Но если мы введем такую функцию тока, то дивергенция уже автоматически будет равна нулю. Если мы вместо функции тока подставим ее компоненты, там где U и V у нас фигурируют, и у нас останется уравнение для градиента давления, которое мы сможем решить. Значит, вот такой вот подход к изучению двумерной гидродинамики. Давайте еще посмотрим на один важный элемент, это ротор скорости. В плоской гидродинамике
существует только одна компонента ротора скорости, и поэтому в плоской гидродинамике можно считать, что ротор скорости не вектор, а скаляр. Это будет dv по dx минус du по dy. И вот это здесь написано. Если мы их вычислим через функцию тока, то мы получим минус лапласян от функции тока. Но из того, что движение у нас потенциально, значит, ротор скорости обязан равняться нулю, и мы получаем уравнение точно такое же, как для потенциала, то есть лапласян от функции тока тоже равен нулю. Итак, у нас получается, что течение может описываться двумя функциями различными, но, конечно, не как-то связаны между собой. А одна функция – потенциал, а другая функция – это функция тока. Вот следует упомянуть, что из-за линии функции тока это есть линия тока, то есть линия, касательная которой совпадает со скоростью. И этим функции тока и линии тока очень удобны. Но опять-таки нужно помнить и понимать, что функция тока является, изолиния функции тока в стационарном случае является траекторией движения. В нестационарном случае не является траекторией движения частиц, и частицы могут пересекать линию тока или уходить с нее. То есть линия тока не материальная линия, она не сохраняется вместе с частицами. Так, смотрим дальше, что у нас еще. Теперь из того, что у нас компоненты скорости U и V выражаются дважды, один раз через потенциал, другой раз через функцию тока, то мы имеем две связи. То есть двумя способами можем вычислить x-компоненту скорости, это вот она, и двумя способами y-компоненту скорости, это выражение вот оно. Ну, естественно, оба должны быть равенства, чтобы x-компонента скорости, вычисленная через потенциал, равнялась x-компоненте, вычисленная через функцию тока. Это вот первое равенство. Ну, то же самое для y-компонента скорости. И то, что мы видим, это является соотношениями Каше-Риммана. Что у вас должно быть уже пройдено в ТФКП, и отсюда следует, что две функции, фи и пси, образуют комплексную функцию, от зависящую от z, не от x и от y по отдельности, а от z. А z у нас вот в этой части рассказа будет x плюс и y, то есть комплексная переменная. Вот таким образом получается следующее, что если мы зададим какую-то комплексную функцию и назовем ее, кстати, комплексным потенциалом, то в ней действительная часть будет потенциалом, а мнимая часть будет функцией тока. И таким образом любой комплексной функции будет соответствовать какое-то течение. Ну и наоборот, если течение плоское и безвихревое, то этому течению будет соответствовать какой-то комплексный потенциал. И все задачи на плоской гидродинамике в конечном итоге можно свести к задачам теории функций комплексного переменного. Вот давайте, например, посмотрим, что есть производная от комплексного потенциала по переменной z. Значит, вот это выражение dw по dz есть. Но мы помним, что в ТФКП комплексной плоскости неважно, по какому направлению мы берем производную, они все равноценные, поэтому вот здесь написали производную вдоль оси x, и вот вдоль оси x тут и тут фигурирует x, и dφ по dx это есть u, а dφ по dx есть минус v, и мы видим, что это скорость комплексно
комплексно сопряженная скорость. То есть, если вот мы возьмем скорость, представим как U плюс и V, ну что, естественно, так представлять, то комплексно сопряженная, то DW по DZ и еще комплексно сопряженная, вот так будет, такая вот связь будет наблюдаться между комплексным потенциалом и комплексной скоростью. Ну вот мы уже говорили о том, что каждому комплексному потенциалу соответствует безвихревое течение. И на начальном этапе можно поступать следующим образом. Можно задавать какие-то комплексные потенциалы и смотреть, что за течение у нас получилось. И существует обратная задача, она более сложная. Есть безвихревое плоское течение. Нужно найти комплексный потенциал. Значит, пока мы и вот в лекциях мы будем идти только по первому пути. Мы будем задавать комплексный потенциал и смотреть, что за течение у нас получилось. В качестве первого примера рассмотрим функцию линейную по координате z, по комплексной координате z. В качестве а множителя перед z будем действительное число. Какое действительное число? Давайте посмотрим, какому течению соответствует такая комплексная функция. Смотрим dw по dz, это есть величина а, но это же одновременно является комплексно сопряженной скоростью. То есть это будет u минус и v. Если а число действительное, то u как раз равняется а, а y-компонента скорости равняется нулю. То есть это будет вот такой однородный поток по оси x. И скорость этого потока будет равняться вот этому коэффициенту а, который был перед z. Значит, это самый простейший пример. А вот давайте чуть-чуть порассуждаем. А что будет, если а у нас будет комплексное число? Ну, совершенно понятно, что в этом случае, если а комплексное число, то у нас вот на этом этапе, когда мы вычислим скорости, у нас вот это а будет комплексным, и стало быть, будет и u, и v какие-то константы. Это означает, что в плоскости x, y течение будет не параллельно оси x, а под каким-то углом направленное, но тоже будет однородное течение, то есть одинаковое для всех точек пространства. Другой пример. В качестве вот такой интересной функции мы рассмотрим логарифм z. Перед логарифмом будет множитель. Для удобства он написан как m, деленное на 2π. Ну, вот m тоже мы будем считать на этот момент действительной величиной, а потом будем смотреть, что будет, когда она станет комплексной. Итак, m действительно число. Мы можем расписать z как e в степени r на e в степени и φ, и тогда потенциал у нас будет с точностью до множителя m делить на 2π логарифм r. А r компонента скорости будет производная от логарифма с этим же множителем, это будет m деленное на 2πr. Ну вот, что можно здесь посмотреть? Например, поток вот такой скорости через окружность, окружающую начало координат. Ну, совершенно понятно, раз у нас скорость зависит от r, и для вот от r зависит, и тогда, значит, если мы возьмем окружность на расстоянии r от начала координат, ее длина равняется 2π, 2πr длина, если мы эту длину 2πr умножим на r, то мы получим поток жидкости через эту окружность. А поток это как раз он будет равняться вот величине m, которая называется обильностью источника или мощностью источника. Если m больше нуля, то это действительно источник. Если m меньше нуля, то сток. Ну и мы видим, что вот течение будет вот так устроено. Значит, из начала координат будет вытекать жидкость.
Или при m больше нуля вытекать, вот как здесь нарисовано, а при m меньше нуля, наоборот, втекать. Ну и ноль будет особой точкой. Потому что здесь жидкость либо отсюда она возникает каким-то образом, либо здесь она должна исчезать в этой точке. Теперь, если мы вместо действительного m поставим комплексное m, вот чисто мнимое m, вот тогда удобно записать ее так. W есть логарифм на 2πi, логарифм z, гамма на 2πi, логарифм z. Гамма действительно число. Значит, что мы получим? Мы в тех же самых координатах, у нас получится, что потенциал будет гамма на тета, тета это угол переменной, на 2π, деленный на 2π, и тета компонента скорости, это единица на r, на dφ по dθ, это будет гамма на 2πr. И мы видим, что вот скорость такая тангенциальная к окружности скорость будет убывать с ростом r как единица на r. Но если мы посчитаем циркуляцию по окружности произвольного радиуса r, то это будет в нашем варианте 2πr умножить на скорость. И мы получим, что циркуляция равняется гамма. Таким образом, вот эта константа, стоящая перед логарифмом здесь, и обязательно со знаком i, вот этот множитель должен быть мнимым, чисто мнимым, у нас получается, что физический смысл этой циркуляции, этой буквы гамма, это циркуляция. Вот теперь, если у нас вот эта константа m будет комплексным числом, то есть не действительным и не мнимым, который мы уже разобрали, то это будет вихреисточник. Ну вот у нас нет времени разбирать его на лекциях, это все было или будет на семинаре, а мы посмотрим, что у нас дальше. Вот на этом я экскурс в двумерную гидродинамику хотел бы закончить и отдать в руки ваших семинаристов. И там довольно долго будет проходить обучение методом ТФКП в гидродинамике, ну и в том числе, по-видимому, одно из самых интересных, один из самых интересных моментов, это комфортное преобразование. У вас еще, наверное, его не было на лекции, но вот оно очень активно используется в гидродинамике. А наша тема, следующая тема научная, это волны на воде. Значит, я по-прежнему, вот мы по-прежнему изучаем потенциальные движения, и сейчас мы приступаем к новому типу движений, который есть свободная поверхность. Ну, это вот как в обычной нашей жизни, бассейн, есть поверхность воды, и на этой поверхности могут быть волны какие-то. И вот мы попытаемся написать теорию и посмотреть о том, как ведут себя волны на поверхности жидкости. Значит, мы будем описывать движение этой жидкости в рамках идеальной теории, где x и y – это горизонтальные координаты, z – это вертикальная координата. Теперь у нас будет участвовать сила тяжести, потому что волны не могут без силы тяжести существовать. g – это ускорение свободного падения. Вот, тут, как вы видите, тут нарисован вектор. Но если мы будем смотреть по координатам, то этот вектор будет направлен вниз, в обратную сторону от положительного направления оси z. Точно так же мы будем считать, что жидкость у нас не сжимаемая. То есть вот эта система уравнений, она
замкнута. Значит, мы теперь смотрим уже не плоские движения, а вообще говоря трехмерные. Поэтому верхнее векторное уравнение — это три уравнения здесь. И еще уравнение дивергенция равной нулю. Значит, неизвестных у нас три компоненты скорости и давления, ибо плотность постоянная. И получается неизвестных тоже четыре. То есть эта система замкнута, она может быть решена. И вот сейчас мы построим такую теорию, теорию потенциальных волн. Итак, мы потребуем, чтобы движения, которые мы далее будем изучать, были потенциальными. Это означает, что вектор скорости есть градиент от некоторого потенциала. И мы все будем сводить к этому потенциалу, все вопросы к этому потенциалу. Теперь, что мы получим из этих уравнений? Из уравнения дивергенция равная нулю мы сразу получим дивергенция от градиента, это лапласян, и лапласян от φ должен равняться нулю. То есть для потенциала мы получили самое простое уравнение математической физики, которое только существует. И это радует, потому что эти задачи будут, стало быть, не очень сложными. И это уже уравнение для нахождения потенциала. Вторые, еще вот остались незадействованными три уравнения движения. Из них мы получим интеграл Кауши-Лагранжа. И тоже сведем этот интеграл к потенциалу. Так, вот у нас есть уравнение движения. Давайте мы выпишем это уравнение движения в форме Граме-Колемба. Вот я его, вот это нелинейное слагаемое выписывается в некотором специальном виде. Мы уже несколько раз ими пользовались. В этом подходе отдельно выделяется градиент от квадрата скорости с множителем 1/2, и отдельно появляется ротор скорости, слагаемое минус u векторно на ротор u. Ну, теперь ввиду того, что у нас ρ постоянная, то мы оператор Набла можем поместить так, чтобы он действовал на частное p, деленное на ρ. ρ все равно константа. И вот теперь сила, вот это же сила тяжести у нас направлена вниз, поэтому мы можем написать, что градиент от gz и обязательно со знаком минус, потому что когда мы возьмем оператор градиента от z, мы получим единицу, и в результате сила будет минус g, направленная вниз. Значит, вот у нас все здесь сошлось. Это уравнение справедливо всегда, мы еще не воспользовались тем, что движение потенциальное. Вот давайте мы в это уравнение движения подставим выражение для потенциала вместо скорости. И что мы получим? Вместо du по dt мы получим t по dt от градиента φ. Здесь уже градиент Набла, оператор Набла стоит от квадрата скорости. Теперь вот мы сюда перенесем в левую часть p, деленный на ρ, вместе с оператором Набла. Сюда же перенесем оператор вместе с Набла gz. Вот он, вот это слагаемое. А вот это слагаемое u на ротор u будет равно нулю тождественно, потому что ротор равен нулю. В результате оператор Набла у нас окажется общим. И вот мы выпишем его как общий оператор, действующий на сумму многих слагаемых, четырех слагаемых. Вот этот подход, который я вам сейчас рассказал, собственно, мы вывели интеграл Кауши-Лагранжа еще раз, но для несжимаемой жидкости. Мы не стали с баротропностью мучиться и с функцией, с потенциалом массовой силы, мы сразу их ввели, как это понятно. Ну и что мы
понимаем. Мы понимаем, если градиент действует на какую-то вот есть сложную функцию, и этот градиент равен нулю, то сама функция от координат зависеть не должна. А от чего она может зависеть? Ну, у нас еще есть время, значит, только от времени. Итак, у нас мы из трех уравнений, в которых фигурируют три компоненты скорости и давления, мы получили одно уравнение, в котором уже нет скоростей, а есть потенциал, потенциал фи, есть давление, оно не является, от него уже производные никакие не берутся, как и в исходном уравнении. И есть еще от силы тяжести остался потенциал ЖЗ. Вот этот весь комплекс должен равняться произвольной функции времени. Но мы в свое время разобрали, почему эта функция возникла, почему она возникла как произвольная функция, и можно ли ее заменить на что-нибудь удобное, если нам это потребуется. Но ответ был такой. Да, действительно, вот эта функция является произвольной функцией времени, и ее можем заменить на любую функцию времени заданную или константу заданную. Вот нам удобно эту функцию обозначить в виде константы p нулевое на ρ, где p нулевое – атмосферное давление над свободной поверхностью жидкости. Вот теперь мы получили два уравнения. Давайте вот посмотрим на них еще раз. Мы получили уравнение Лапласян φ равное нулю. Это для нахождения потенциала. А второе уравнение мы получили как уравнение, как интеграл Кашель-Лагранжа, в котором фигурирует и потенциал, и давление. Оба этих уравнения действуют или существуют там, где есть жидкость, то есть от дна до свободной поверхности это уравнение справедливое. Ну и в принципе мы можем любое из этих уравнений рассматривать как главное, а второе как второстепенное. Но мы видим один интересный момент, что вот уравнение Лапласян равен нулю, вот это уравнение, это уже готовое уравнение для решения. И если мы его решим, это уравнение, найдем потенциал, то вот сюда мы подставим этот потенциал, и мы найдем давление. То есть задача будет полностью решена. Мы нашли потенциал, а значит можем вычислить все компоненты скорости, и нашли давление. Все характеристики, которые нам необходимо знать. Вот задача, сведенная к двум функциям, к нахождению двух функций, одна из которых простая, это потенциал, а вторая функция сложная и связанная с интегралом Кашель-Лагранжа. Итак, мы с вами увидели, что у нас есть два соотношения из уравнения гидродинамики полученных, которые справедливы для потенциальных движений, ну и для выбранной нами системы координат. Теперь эти два выражения мы должны как-то использовать, чтобы вначале поставить задачу, ну а потом ее решать. Вот у нас есть уравнение интеграл Каши-Лагранжа, и вот здесь функция gz – это потенциал массовой силы. И здесь важно, откуда, значит, где ноль. Вот нам удобно ноль поставить на невозмущенной поверхности жидкости, когда не было никаких волн, вот я показываю, а потом от этого уровня отсчитывать вверх это волна, вниз это впадина, ну и вот какое-то такое колебание уровня вокруг этой поверхности. Вот эта поверхность нарисована более развернуто. И что за условия на этой поверхности? Какие физические условия нужно ставить на этой поверхности? Вот одно из условий, и оно, ну, понятное условие, это условие того, что на свободной поверхности жидкости давление должно быть постоянно. Ибо в атмосфере, сверху мы будем считать, что есть атмосфера, давление одно и то же
равно атмосферному давлению. Но мы будем считать, что на высоте волны давление атмосферное не меняется. Оно меняется настолько мало, что этим мы будем предупрекать. Что вот на всей поверхности давление должно равняться атмосферному давлению. Но вопрос, это над водой, а под, сразу под поверхностью, чему равно давление? Вот под поверхностью давление равняется тому же давлению над водой. То есть давление функция непрерывная, и из атмосферы оно непрерывно переходит в жидкость. Если атмосферы нет, то там давление равно нулю. И тогда на поверхности жидкости давление равно нулю. Тогда вот это P нулевое есть нуль. Нас устроит и то, и другое. И мы будем, независимо от величины P0, значит, ну вот, выписывать наши граничные условия. Так вот, в качестве свободной функции, произвольной функции времени, удобно написать константу P0, деленное на ρ. Почему? А вот смотрите, если у нас движения нет никакого, то есть потенциал равен нулю, вот или константе он равен, значит эти слагаемые отсутствуют. На свободной поверхности невозмущенной z равной нулю, то давление как раз будет равняться p нулевому. То есть удобно вот выбрать эту константу именно так. Если мы выберем в виде другой константы, то это означает, что мы на самом деле изменим, либо изменим зависимость от времени потенциала, усложним его, либо будем отсчитывать нуль не от свободной поверхности в покое, а от какого-то другого уровня. Вот такой, такой подход нам так, хороший, выбрать такую константу. Ну и дальше мы будем, мы понимаем, что на поверхности жидкости нужно ставить давление жидкости равно P нулевому, когда z равняется свободной, уравнению свободной поверхности. Уравнение свободной поверхности нам заранее неизвестно. Его тоже нужно найти во время решения. Поэтому вот такое, такая простая постановка, p равняется p нулевому, но на самом деле эта постановка, она тяжелая. Значит, здесь вот непонятно, откуда брать отклонение свободной поверхности, отклонение свободной поверхности еще, когда мы ее еще не знаем. Вот теперь, если мы выбрали константу P нулевое на ρ в правой части, то мы можем все перенести в левую часть и выписать уравнение интеграл Кашель-Лагранжа, который справедлив везде, где есть жидкость. И тогда на свободной поверхности вот это уравнение должно давать P равняться P нулевому. Ну давайте смотрим. На свободной поверхности, когда P равняется P нулевому, а Z равняется это, то должно выполняться вот такое вот условие. Это условие равносильно тому, что давление на свободной поверхности будет константа. И как вы видите, уже P нулевое исчезло, у нас уже нет здесь. И поэтому будет ли это нуль или что-то еще, нам уже не важно. Граничное условие, это граничное условие называется динамическим, потому что здесь участвует сила давления, в конечном итоге это сила. И вот это динамическое условие и обладает двумя нехорошими качествами. Первое. Его непонятно где ставить. То есть на вот это, нам вот эта функция неизвестна. Нам непонятно, на каком уровне должно выполняться вот это условие. А второе, оно нелинейное. Вот я обвожу квадратичное слагаемое. С нелинейностью всегда есть какие-то проблемы. И мы и впоследствии увидим это. Но нелинейность не так страшна, как вот тот факт, что мы не знаем, где это условие выполняется, на каком уровне. А это даже не уровень в смысле константы, а вообще непонятная такая волнующаяся поверхность,
и на ней должно выполняться такое сложное условие. Ну вот мы его, это условие вывели, динамические условия, и дальше мы должны смотреть на другие условия. Какие же условия могут быть еще на свободной поверхности? На свободной поверхности есть еще одно условие, которое называется кинематическое условие на свободной поверхности. Это условие не связано с силами, ни с какими, а вот там скорее с некими геометрическими свойствами, вот геометрическим свойством поверхности связано. Вот давайте мы каким-то образом зададим уравнение поверхности. Вот какая-то функция t, x, y, z и t равняется нулю. Это теперь, если мы напишем, будем рисовать изолинии вот этой поверхности, то одна изолиния, когда нуль будет, будет соответствовать свободной поверхности. Эта свободная поверхность может как-то двигаться. Вот движение ее характеризует, это как раз и будут волны. Но из просто геометрических вот соотношений на этой поверхности мы можем найти только нормальную компоненту скорости к вот этой поверхности. Эта нормальная компонента скорости вот через это уравнение будет выражаться следующим образом. Минус dφ по dt, производная по времени, частная производная от этого уравнения, делить на модуль от градиента этой функции. Значит, вот это выражение, вообще говоря, оно должно было фигурировать на первом курсе в первом семестре. Значит, если потребуется, ну, здесь я его не могу вывести, потому что у нас есть ограничение возможностей. Но если вы попросите на семинаре, вам выведут это уравнение наши семинаристы. Итак, вот это нормальная компонента движения самой поверхности к самой же себе, то есть по нормальному движению. Тангенциальная составляющая движения мы здесь вычислить не можем. Так, теперь а жидкость, как вычислить нормальную компоненту движения жидкости? Для этого нужно взять скорость жидкости и умножить на вектор нормали. А вектор нормали у нас какой? Градиент φ делить на модуль φ. Вот он, это единичный вектор нормали. И поэтому вот эта скорость и вот эта скорость должны быть одинаковы. То есть скорость движения самой границы должна совпадать, нормальная компонента скорости движения самой границы должна совпадать с нормальной компонентой скорости жидкости. Если этого не будет, то получится следующее. Либо жидкость оторвется от границы, что по себе само по себе бессмысленно, либо граница утонет в жидкости, что тоже бессмысленно. Поэтому вот это вот равенство, которое мы получили, вот это просто кинематика движений. Граница должна двигаться так, чтобы частицы воды ее составляли, а не, граница не тонула в этой жидкости и не взлетала над этой жидкостью. Теперь смотрите, что нам повезло. У нас при таком подходе оказалось, что неприятный момент, модуль градиента от искомой функции в левой и в правой части присутствует симметрично и сокращается. И тогда у нас получается некое условие, которое мы будем называть кинематическим условием, которое физический смысл которой нормальные компоненты скорости движения жидкости и поверхности один. Вот это кинематическое условие. dF по dt плюс u градиент f равняется нулю. Кстати, если мы внутри жидкости выберем какую-то поверхность,
и на ней будут лежать частицы жидкости. А потом мы будем смотреть за движением этой поверхности, состоящих из одних и тех же частиц, то уравнение этой поверхности будет подчиняться вот этому соотношению. То есть это вообще не только для поверхности, но для много чего еще можно применять. Но нас интересует в данном случае поверхность. Интересно, что здесь скрыто еще одно важное свойство, которое мы еще не упоминали. Ну а теперь давайте мы посмотрим, как эту поверхность, уравнение этой поверхности представить более удобно. Мы видели, что можно задать уравнение свободной поверхности вот так. Z равняется это от x, y, t. Или это минус z равняется 0. Вот это уравнение свободной поверхности. Вот эту вот функцию, это от x, y, t минус z, мы как раз, она тоже равна 0, мы можем вот сюда в правую часть и поставить. И тогда у нас вот эта функция свободной поверхности, которая здесь непонятно как выражена, мы можем выписать через уравнение свободной поверхности вот в таком виде. Тогда у нас при z равном это, у нас вот предыдущее уравнение, сейчас смотрите, я хочу сказать, что x компоненты, вот они, x и y присутствуют только там, где есть это, а z со знаком минус. Если производная от f по dz будет минус единица. Вот давайте мы теперь вернемся вот сюда. Вернемся вот сюда, в это уравнение. И смотрим. Вот здесь вот у нас x, y и z компонента скорости. И нужно умножить на x, y и z компоненту от градиента f. Значит, когда мы будем множить x, y компоненты, вот они, u на dt по dx, v на dt по dy. А df по dz будет равно минус единице умножить на w. Вот такое получилось граничное условие. Если мы примем вот это выражение для свободной поверхности, ну, вполне конкретно, z равняется это от x, y и t. Вот такое уравнение у нас приведет к такому граничному условию. Это тоже граничное условие, но записанное чуть-чуть в другом виде. И, наконец, если мы вспомним, что у нас движение потенциально, вот это справедливо всегда, потенциально, не потенциально, какое угодно. Но если оно потенциальное, то u и v выражается через потенциал. И тогда мы можем заменить u на dφ по dx, а v на dφ по dy, а w на dφ по dz, и получить еще одну форму записи кинематического условия, выраженную через потенциал скорости. Вот это кинематическое условие, оно довольно важное, оно тоже нелинейное. Вот оно, нелинейное. А второе, его точно так же нужно ставить на неизвестной границе. То есть у двух граничных условий есть одна общность. Они ставят на неизвестной границе, которую нужно найти еще. И оба они нелинейные. Вот у нас вот эти вот слагаемые нелинейные. То есть тоже нелинейность. Давайте мы теперь посмотрим на это же уравнение, которое только что выведено чуть-чуть с позиции чуть-чуть другого свойства. Я намеренно второе свойство вам еще не освещал, чтобы фактически вывести его уравнение, кинематическое уравнение еще раз. Давайте вернемся к нашей задаче о условии на поверхности. И давайте посмотрим, вот пусть вот это уравнение свободной поверхности, и мы давайте посмотрим, продиктуем следующее свойство, что частицы, лежащие на поверхности, на ней же останутся. Вот давайте вот такое свойство. Такое свойство посмотрим. То есть жидкие частицы, лежащие на поверхности, они движутся вместе с поверхностью. Как это учесть вот в этом уравнении?
А для этого мы поступим следующим образом. Давайте мы перейдем в лагранжевое описание и выпишем траекторию уравнения какой-либо частицы. Мы выберем x, y и z как какие-то функции от t, и скажем, что x, y и z от t – это вот эти функции, описывающие траекторию частицы, лежащей на поверхности. Тогда, если мы сюда вместо x, y и z подставим вот эти вот зависящие от времени функции, это тоже будет нуль. Вот теперь у нас появилась сложная функция времени, и от времени она зависит 4 раза. Но теперь x, y и z – это зависящие от t, от времени функции, которые описывают движение частицы. Но любой частицы на поверхности. Вот для них всех уравнений будет одно и то же. Так, теперь дифференцируем это по времени. Значит, если мы дифференцируем это уравнение по времени, вот по настоящему времени, вот последнее переменное время, мы получаем частную производную от df по dt. А теперь давайте мы возьмем производную по времени, которая стоит под x. Для этого мы вначале должны найти df по dx, вот она, а потом умножить на dx по dt, это x точкой. То же самое с y и z. То есть вот такое вот у нас должно появиться уравнение, которое говорит о том, что частицы, лежащие на поверхности, на ней же остаются. Остаются на этой же поверхности. Но теперь x точкой, y точкой, z точкой в этой постановке это x, y и z компоненты скорости частицы. Итак, для любой частицы мы можем написать вот такое уравнение, которое вот здесь выписано, где есть нелинейные слагаемые u df по dx, v df по dy, w по dz. Мы их можем объединить общим таким выражением u на градиент f. И мы видим, что это условие у нас совпало с тем, что мы получили ранее. Вот ранее на предыдущем слайде. Другими словами, мы вывели одно важное свойство, что кинематические условия охватывают сразу две физические характеристики, а именно нормальные компоненты скорости движения границы жидкости совпадают с нормальной компонентой движения частиц жидкости на этой границе. А вторая трактовка, что частицы, лежащие на поверхности жидкости, на ней также и остаются все время. Это оказывается одно и то же свойство. Но в первоначальном выводе мы не видели, что частицы остаются на этой поверхности, а во втором выводе мы не видим свойства про нормальные компоненты. Тем не менее, эти все свойства, конечно, они связаны между собой, и даже, я бы сказал, очевидны, если мы просто хорошенько подумаем над каким-нибудь одним из этих выводов. Ну, давайте вернемся к первому выводу. Я даже вернусь вот сюда. Вот этот вывод, который мы получили, что нормальные компоненты движения жидкости и границы совпадают. Давайте представим, что они не совпадают. Что тогда получится? У нас тогда получится, что частицы, лежащие на поверхности, вдруг движутся быстрее этой поверхности, по нормальной. То есть она улетает с поверхности. Но эта же частица образует саму поверхность, поэтому она не может улететь. Мы получаем сразу противоречие. Точно так же она не может утонуть. Вот над ней жидкость сомкнется, потому что она должна лежать на границе в этот момент времени. Поэтому вот получается так, что равенство нормальных компонент скорости движения жидкости и поверхности должны совпадать, и это свойство одновременно является тем свойством, что частицы, лежащие на поверхности, на ней же и остаются. Вот, наконец, мы теперь сможем сформулировать
задачу в том виде, в котором математики привыкли. Давайте мы рассмотрим жидкость, движущаяся над ровным дном. Вот рисуночек. Вот это дно у нас на глубине минус h в покое. Вот уровень покоящейся жидкости. Потом от этого уровня начинаются колебания. Вот есть уравнение свободной поверхности, нам неизвестное. И теперь мы должны выписать уравнение. Уравнение какое? Ну, для потенциала что мы понимаем? Для потенциала мы понимаем, что лапласиан от потенциала равен нулю. А где он равен нулю? Вот во всем слое жидкости, там, где есть вода. А вода есть у нас от глубины минус h до это от x, y, t. Вот в таком слое. Верхняя граница, переменная, вот она меняется. Хорошо, уравнение мы понимаем. Теперь динамические и кинематические условия, вот они выписаны, мы их уже выводили, поэтому второй раз не будем выводить их. Вот это динамическое условие, вот это кинематическое, ставится на неизвестной границе, z равно это. Ну и на дне, если дно ровное, дφ по dz равняется нулю. Вот такая постановка. Теперь, если мы хотим еще решать задачу с начальными условиями, то мы должны задать начальные условия. А задать начальные условия нужно на что? Смотрите, что у нас является переменным? Фи и это две величины. Мы должны задать потенциал в начальный момент времени, вообще-то говоря, везде. А задание потенциала равносильно заданию скорости. Так что мы можем сказать, что мы должны задать скорость везде, в каждой точке. И второе, мы должны задать уравнение поверхности в начальный момент времени. Тогда эта задача будет иметь решение и будет рассматриваться как задача с начальными условиями. Ну вот мы эти начальные условия пока отбросим, потому что отдельный разговор. А вот мы сосредоточимся на том, что у нас какие же у нас здесь сложности-то возникли. Давайте мы их оценим. Ну вот самая простая сложность – это нелинейность в граничных условиях на поверхности. Вот две у нас две характеристики. Вот они, вот это и вот это. Это нелинейность, и они мешают нам жить. Но это не самое страшное. Самое страшное, что условия мы должны ставить на неизвестной границе. Вот это вот неприятность большая. И в такой постановке, вот в такой вот виде, задача не решалась никогда и никем. Ее невозможно решить. Но я имею в виду какой-то аналитический подход. А численно можно, но у нас возникнет тоже проблема с тем, а как же мы вот это условие мы должны заранее задать, а чтобы его заранее задать, нужно его заранее вычислить. А когда, тогда как мы будем решать эту задачу? И вот эта вот такая задача в таком виде является тяжелой и нерешаемой. Ну и нам потребуются некие упрощения, чтобы как-то подобраться к решению этой задачи. Так, Мария Владимировна, у нас когда должен быть перерыв? Не скоро еще. Хорошо, через 10 минут мы сделаем перерыв. Вот, оказывается, что есть один способ, один подход, в котором мы можем сразу исправить обе проблемы. Это линейная теория волн или волны малой амплитуды. Значит, что это такое? Если у нас волны малой амплитуды, то мы можем граничные условия, которые стоят на свободной поверхности, снести на уровень z равный нулю, вот сюда. И сделать из неизвестной границы известную границу. Но
У нас вот этот уровень z равный нулю, это не свободная поверхность. Свободная поверхность другая. У нас просто мы туда поместили граничные условия. Тогда задача решается вот для уже полосы, в которой верхняя граница известна. И второй шаг, который мы здесь делаем одновременно, это состоит в следующем. Если у нас волны малой амплитуды, ну, волны вообще, если волна без амплитуды или вообще ее нет, то скорость равна нулю. Значит, если волна малой амплитуды появляется, то скорость частиц становится маленькой. И тогда нелинейные слагаемые будут еще меньше, чем линейные. То есть все величины будут маленькими, а нелинейность — это маленькие в квадрате. И тогда вот эти вторично малые величины, а конкретно нелинейности, мы можем выкинуть. Этим мы упростим задачу. И у нас динамическое условие превратится в простенькое условие. Дефи по ДТ плюс же это равна нулю. Вот мы можем вот это вот уравнение заменить. А второе уравнение ДТ по ДТ равняется дефи по ДЗ. Тоже очень простое. И у нас будет это динамическое, это кинематическое. Ну и условие непротекания через дно. Вертикальная компонента скорости на дне равняется нулю. Вот оно тоже у нас здесь выписано. Итак, у нас получилось следующее, что вместо нелинейных условий у нас оказались линейные условия. И эти условия ставятся на известной границе z равной нулю. И это не означает, что у нас свободная поверхность не меняется, не колышется. Нет, она колышется. Мы просто снесли граничные условия. Что теперь мы можем с этим уравнением сделать? Мы можем вот здесь избавиться от этой переменной. Свести задачу только к потенциалу. Ну, как нам это сделать? Посмотрите, вот у нас во втором уравнении dt по dt, а здесь мы можем тоже по t взять производную. У нас вот эти величины совпадут. Тогда, взявши производную по t, мы можем dt по dt в первом уравнении заменить на dt по dt во втором уравнении. И у нас полностью исчезнет неизвестное нам отклонение свободной поверхности. Вот давайте эту операцию проделаем. Дефи по dt еще раз. Это d2 по дефи. По dt дважды, плюс же это по dt. А теперь dt по dt у нас из второго уравнения известно. В результате мы заменим dt по dt на dφ по dz и получим совместное граничное условие dφ по dt, вторая производная, плюс g dφ по dz равно нулю. Это совместное кинематическое и динамические граничные условия, которые ставятся на известной границе z равной нулю. И тогда наша задача становится более-менее понятной. Значит, вот какое. Нужно решить уравнение Лапласа в полосе от минус h до нуля. Так, я прошу прощения, вот здесь вот нужно dφ по dt, φ вот в этом месте поставить. И тогда у нас будет задача сведена полностью к потенциалу. Мы видим, что у нас будет два условия на дне и на поверхности. На поверхности более сложные условия. Вот оно уже выписано. Уравнение Лапласа мы будем решать, где время будет являться параметром. В явном виде время появляется на верхней границе, в верхнем граничном условии. Вот это зависимость от времени. И если мы эту задачу решим, то тогда мы вспомним, что у нас было соотношение, связывающее фи, dφ по dt и это. Я сейчас вернусь, чтобы показать вам, откуда оно взялось. Вот оно. Вот смотрите. Вот. Отсюда мы можем
Если мы знаем фи, мы можем найти это вот отсюда. Это будет минус единица на g до фи по dt. Это будет равняться. Вот теперь именно это выражение мы здесь и записали. При z равно нулю. То есть мы решим эту задачу, и чтобы найти отклонение свободной поверхности, мы берем производную при z равную нулю по времени и домножаем на единицу на g. И получаем уравнение свободной поверхности. Вот в такой постановке, в явном виде, мы видим, что по времени уравнение второго порядка у нас, то есть две производных по времени, значит, для того, чтобы задачу решить еще в качестве начальной задачи, мы должны задать два условия на фи и дефи по дт. Но именно у нас это и уже мы об этом и говорили, что нам нужно задать начальные условия. Задача фи, если мы фи задаем в начальный момент, это все равно, что мы задали поле скорости, то есть скорость. А что значит дефи по дт нам нужно задать в начальный момент времени? Это означает задать уравнение свободной поверхности. И здесь, правда, следует вспомнить еще одну вещь, потому что дефи по дт, вот, если мы найдем вот отсюда потенциал фи, то мы можем найти дефи по дз, по дт в любой точке, не только на поверхности, а где угодно. Но подставив сюда нуль, мы перекочуем на поверхность и можем вычислить уравнение свободной поверхности. Теперь, что следует вспомнить? То, что функция, гармоническая функция, заданная на поверхности, автоматически определяется во всем объеме. Это означает, что вот дефи по дт – это что же гармоническая функция? Нам не надо ее во всем объеме, нам нужно где-нибудь задать ее. Мы можем задать ее только на свободной поверхности. И тогда задача в качестве начальных условий она формулируется так. В начальный момент времени нужно знать поле скоростей и отклонение свободной поверхности. Тогда эта задача линейная решается, имеет единственное решение. Вот у нас сформулирована линейная задача в линейной постановке, которая должна работать для волн малой амплитуды. Итак, мы вывели некий подход. Подход справедлив для волн малой амплитуды, который сводит задачу к линейной. Ну, а линейные задачи мы уже можем решать. Вот давайте применим этот метод к какому-нибудь самому простому случаю, который мы можем только придумать. Давайте мы рассмотрим плоские синусоидальные волны в бассейне конечной глубины. То есть мы будем предполагать, что давайте ось Z направим вверх, как и положено. Ось Х направим вдоль волны, а ось Y у нас будет отсутствовать, то есть от Y пусть ничего не зависит. То есть мы будем рассматривать плоскую гидродинамику в плоскости XZ. Тогда мы можем задать некоторые свойства решения в том виде, в котором захотим. Ну, либо решать методом разделения переменных, и мы придем к тем же результатам. Поэтому мне проще эти свойства задавать. Итак, мы отделим вот в потенциале x, y, z и t. Мы отделим ось z в зависимости от z, чем отдельно от x и от времени. А вот зависимость от x и от времени мы будем искать в виде синуса или косинуса. То есть будем домножать неизвестную функцию z на e в степени и тета, где тета будет называться фаза и будет являться kx минус омега t. Вот в таком виде мы свяжем x и t. Значит, k – это волновое число, омега – это частота.
Сейчас это какие-то параметры, в общем-то, независимые друг от друга, и которые будут определять свойства волны. Сейчас они просто числа. Значит, если мы будем искать производную по времени при такой зависимости, то это будет дифференцироваться по времени экспонента, и в экспоненте будет стоять и это, и вот чтобы найти производную по x, нужно все равно что домножить на ik, потому что вот такая зависимость хорошая, экспоненциальная. А производная по времени будет все равно, что домножение на минус и омега. Ну, откуда мы это берем? Вот смотрите, производная от e в степени и тета по k, по x. Это будет e в степени и тета умножить на производную по x от и тета. Это есть и k, производная по x. Вот она и k, это как раз тот множитель, на который домножается и тета. Ну, и тогда мы можем, если у нас возникнет производная по x в такой постановке, просто смело заменять ее на ik. Производную по времени заменять на минус и омега. Отсюда вторую производную по x будем заменять на минус k квадрат. То есть еще раз умножать на ik. Вот получается k квадрат. А вторая производная по времени будет умножение на омега в квадрате. Производная, частная производная по времени будет сводиться к обыкновенной производной вот от функции f от z, потому что именно она только зависит от z, больше ничего от z не зависит. Тогда как у нас будет выглядеть уравнение Лапласа? Значит, уравнение Лапласа — это производная, вторая производная по z, вот она, плюс вторая производная по x. Вторая производная по x — это умножение на минус k квадрат. Вот у нас получилось, вот во что превратилось у нас уравнение Лапласа. Хорошее уравнение. Уравнение в обыкновенных производных, в полосе от минус h до нуля. Уравнение с постоянными коэффициентами. Его решить ничего не стоит, все это понятно. Теперь граничные условия. Вторая производная по времени, вот она, заменяется на минус омега в квадрате, а производная по z заменяется на просто производную от f. Вот получается динамическое граничное условие, совместное граничное условие на поверхности, и производная df по dz равна нулю, это условие непротекания на дне. Вот у нас граничные условия при z равном нулю и z равном минус h. Вот теперь вернемся к уравнению. Вот это тут преобразованное уравнение Лапласа, сведенное к обыкновенному уравнению по z, имеет два решения, линейных зависимых решений. E в степени kz, e в степени минус kz. С произвольными множителями. Это общее решение. Нам вот эти множители нужно подобрать из граничных условий. Давайте посмотрим. Вот начнем мы с граничного условия на дне. Вот мы производную нужно найти. Производная на дне. Мы берем производную от этого выражения. Это есть производная по z, у нас k вынесется вперед. Это будет c1k. Вот она k, k, c1. Дальше экспонента та же самая. А потом производная от второй функции вынесет минус k вперед в виде множителя. Вот минус k c2 на e в степени минус kz. Теперь мы сюда должны подставить z равное минус h и должны приравнять нулю. Это вот условие, вот оно. Производная по z равна нулю при z равное минус h. Значит, подставим сюда z равное минус h. Вот это станет k минус kh, вот она минус kh. Теперь k у нас здесь сократится, просто останется c1 с плюсом, а c2 с минусом. И здесь, когда мы подставим минус h вместо z, получается kh.
Вот в результате граничного условия, нижнее граничное условие непротекания сведется к тому, что у нас С1 и С2 оказываются связаны между собой. Ну, как обычно решается такая задача? Обычно теперь С1 выражается через С2 или С2 через С1 подставляется в уравнение. Вместо двух констант оказывается одна, и эту константу ищет из другого граничного слоя. У нас же использовано только граничное условие на дне. Вот это вот граничное условие использовано. Мы поступим чуть-чуть по-другому. У нас все равно в результате того, что С1 и С2 выразятся через друг друга, возникнет только одна свободная константа. Давайте мы ее введем своими руками. Мы запишем С1 как 1/2 С на Е в степени КН. Зачем нам КН здесь потребовалось? А вот смотрите, вот когда мы сюда подставим, и здесь есть множитель минус КН вместо С1, у нас эти экспоненты взаимно уничтожатся, останется только 1/2 С. Здесь я вместо С2 подставлю С2 на Е в степени минус КН. И вот это С у меня будет произвольная константа теперь. А вот эти множители я задал из удобства. В результате, вот если С2 подставлю сюда, у меня Е в степени минус КН, Е в степени КН при произведении дадут единицу, и останется минус 1/2 С. Отсюда 1/2 С, отсюда минус 1/2 С. У меня вот это условие выполнится автоматически. То есть, задав таким образом свободные константы, я выразил их через одну переменную уже, что и должно быть. Ну и для удобства здесь возник знак множителя 1/2. Вот если я так проделаю, у меня останется одна константа неопределенная, как и должна быть. Но зато в самом решении, вот в этом решении, которое у меня есть, вот это решение, у меня С1 и С2 будут выражаться крайне удобно. Смотрите, в результате такой вот подстановочки у меня получится 1/2 С на Е в степени К, Z плюс H, скобка закрылась, плюс Е минус К на Z плюс H. То есть у меня вот это два слагаемых с учетом вот этого 1/2 знаменателя, поэтому я сюда и дописал 1/2, у меня сразу получился гиперболический косинус с произвольным множителем С. То есть это все делалось для того, чтобы наиболее просто выписать граничные условия в виде косинуса гиперболического. Множитель С, его надо откуда-то найти. Вот у нас решение, где С неизвестно. Потенциал. Потенциал теперь мы можем спокойно выписать. Это С на косинус гиперболический от К, Z плюс H. И на бегущую часть, на бегущую экспоненту Е в степени И, КХ минус омега Т. Вот эта часть определяет бегущую волну синусоидальную вдоль оси Х. А вот эта часть, модулированная часть, в зависимости от Z, просто показывает значимость потенциала на разных уровнях, на разных глубинах. Напоминаю, что C еще не определено. Теперь на поверхности. На поверхности у нас граничные условия мы можем переписать как производная по Z. Есть омега квадрат на g на f при z равной нулю. Ну и если у нас f уже нам общий вид известен с точностью до множителя, то производная будет при z равной нулю ck синус гиперболический от k h. И мы приравнивая, записывая производную саму функцию при z равной нулю, внося их в граничные условия, получаем последнее условие, которое еще не использовали. Теперь мы использовали все. Но что получилось в результате? В результате множитель С здесь и здесь он сокращается. И С исчезло. Зато появилась некоторая связь между,
между параметрами среды и параметрами волн. А что же у нас получилось? У нас, оказывается, омега, это частота волны, оказывается, связанная с К, и с глубиной бассейна. То есть у нас, когда мы вводили наше выражение, сейчас я вернусь назад и покажу, то омега и К вот здесь пока что были произвольные. Но с некоторого момента, вот с этого, мы видим, что они оказались связанными. В результате у нас, если мы зададим, мы можем задавать либо длину волны, это будет параметр волновое число задать, либо, либо период волны, это все равно, что задать частоту. А второй параметр будет вычисляться. То есть, если мы задали длину волны, то мы вычислим частоту. Если задали частоту, то вычислим длину волны. Теперь, как вот эти вот характеристики омега и К связаны с периодами и длинными волн? Ну, совершенно понятно, что омега есть 2π, деленное на период, а К есть 2π, деленное на длину волны лямбда. Вот то, что мы получили, называется дисперсионным соотношением. И теперь мы понимаем, что частоты волн и длины волн, они между собой связаны, и они не могут быть произвольными. Поэтому вот здесь, когда мы это брали произвольными, мы могли предполагать, что они когда-то станут связанными. Значит, связанными с через дисперсионное соотношение. А вот вопрос второй, он более интересен, более запутан. Смотрите, задачу-то получается мы до конца не решили, мы вот эту константу С не нашли. В чем дело? Давайте вернемся и попробуем понять, почему же мы, решая задачу, до конца ее не решили. То есть мы нашли связь частот и длин волн, но задачу до конца не решили. А вот давайте внимательно посмотрим на саму постановку. Что у нас, вот постановка этой задачи. Но я напомню, что здесь вместо «это» в данном месте должно стоять «фи», потенциал. Вот эта задача. Она линейная вместе с линейными граничными условиями. Что это означает? Это означает, что у нее будет однородная она, линейная и однородная. Это означает, что если мы нашли какое-то решение, и мы его домножим на любую константу, мы опять получаем решение. Ну действительно, вот пусть φ есть решение, домножим на константу, все равно от нее Лаплассиан равен нулю. Теперь здесь домноживаем на константу два слагаемых. Имеем право? Да. Это уравнение останется справедливым. И здесь справедливым останется. То есть однородная постановка без правых частей, решается с точностью до произвольного множителя. И это мы получили вот в нашем подходе. Вот эту константу, последний множитель, вот этот, мы определить не смогли. И этот множитель является для нас как раз вот он, вот потенциал, вот он, вот этот множитель С, который мы определить не можем, ибо он все равно произвольный. Ну а общий вид мы можем получить. И понимаем зависимость, какова структура этой волны по Z. Мы понимаем, что волна бежит с какой-то скоростью. Сейчас мы будем смотреть на эти скорости. И вот давайте мы перейдем к анализу того, чего мы получили. Значит, давайте посмотрим вначале, что такое будет, когда параметр KH будет маленький. Что такое KH маленький? Что такое K? K это 2π, деленное на лямбда. Лямбда длина волны. Значит, если лямбда большое, то волна длинная. Значит, для длинных волн этот параметр маленький. Для маленького аргумента гиперболический тангенс совпадает с самим аргументом. То есть тангенс гиперболический мы можем заменить на KH. И тогда дисперсионное уравнение
у нас превратится в такой. Омега квадрат равняется g как квадрат h. Ну, вот здесь множитель g, h удобно объединить. И тут квадраты, и омега квадрате, и k квадрате, и k в квадрате. Если мы хотим найти в чистом виде омегу, мы должны извлечь корень из этого уравнения. И у нас получится омега плюс-минус корень из gh умножить на k. Вот плюс-минус это что такое? А это означает, что волна с плюсом бежит в одну сторону, волна с минусом в другую сторону. То есть для данного дисперсионного соотношения есть два решения. Две волны с данной длиной волны и данной частотой, но бегущие в разных направлениях. Вот отношение омеги к k – это отношение длины волны к периоду. Это будет фазовая скорость, она равна корень gh. Для длинных волн это одна и та же скорость для всех длин волн, лишь бы волна длинная. И что же мы тогда получаем? Мы получаем следующее свойство, что если волна длинная, то все длинные, лишь бы они были длинные, бегут с одинаковой скоростью. Из этих длинных волн мы можем скомпоновать произвольное возмущение, и если оно длинное, это возмущение, то оно будет бежать, все компоненты будут бежать с одинаковой скоростью. И значит, тогда такая волна, состоящая из длинная волна, неважно, какой она будет формы, но эта форма меняться не будет. То есть для длинных волн форма не меняется, эти волны бегут без изменения формы. Теперь, а что будет, если h наоборот будет больше единицы? Тогда гиперболический тангенс, он заменяется на единичку. И дисперсионное соотношение упрощается по-другому. Омега в квадрате равняется gk. И фазовая скорость есть корень из g, деленной на k, g, деленной на k. И здесь уже зависимость от длины фигурирует. И так у нас получается, что длинные волны бегут без изменения формы, а короткие волны, наоборот, меняются, активно меняются. Теперь посмотрим, а как же вот это, как же это удобно, в какой системе координат посмотреть. Вот у нас бегущая часть была e в степени и kx минус омега t. Давайте мы вынесем k вперед. Вот здесь вот k не вынесено вперед, а должно быть. И тогда у нас останется x минус омега t на x минус омега деленное на k умножено на t. Вот если вот эту переменную мы примем за новый x, вот она, вот новый x, то у нас вот в такой записи, это новый x, то в этой системе координат волна меняться не будет. А с какой скоростью эта система бежит? А вот со скоростью омега деленной на k. И это как раз и есть фазовая скорость. Что это такое? Что если мы сядем, например, на вершину волны и будем двигаться с фазовой скоростью, вот которая здесь, то в нашей системе координат профиль волны меняться не будет. Он будет застывший. То есть мы движемся вместе с волной, и поэтому профиль не меняется. Но он не будет меняться только вот в системе координат с фазовой скоростью. Поэтому фазовая скорость – это скорость движения, например, вершин или, наоборот, впадин, или движение любой фазы, любой фазы от минус π до π, которая стоит в экспоненте e в степени и kx минус омега t. Вот здесь это вот называется фаза. И если мы зафиксируем эту фазу, то она тоже будет двигаться с фазовой скоростью. Так, фазовая скорость для нас понятна. Вернемся к тому, что у нас есть вот эта константа, которую мы не определили, и с такой константой в потенциале не очень удобно работать. Нам бы
не мешало бы заменить ее на другую неизвестную константу, но чтобы та имела какой-нибудь физический смысл. Давайте мы такую константу представим. Значит, вот у нас есть уравнение свободной поверхности, это минус единица на g до фи по dt плюс z равно 0. Если у нас фи задано, а вот она задана, мы найдем d фи по dt, вот из этого уравнения, и при z равное 0 это выражение найдем, мы вычислим свободную поверхность. Вот я эту операцию проделал. Значит, мы взяли производную по времени. Она даст минус и омега и множителя. С учетом вот этого минуса у нас стал плюс. Просто и омега стала. Деленное на g, это g вот это. Вот и все. И у нас константа вошла сюда. При z равном нулю вот этот гиперболический косинус станет гиперболическим косинусом от kh. Вот от этого выражения. И у нас на свободной поверхности есть некий множитель умножить на синус. Совершенно понятно, что вот этот множитель, который мы получили, это и есть амплитуда волны. Если мы вот этот весь множитель представим как амплитуда волны, то у нас будет задача выглядеть следующим образом. Это есть амплитуда волны на e в степени kx минус омега t, что естественно. А вместо c мы подставим его значение, выраженное через амплитуду. И мы получим потенциал, в котором будет фигурировать амплитуда волны. И вот эта амплитуда волны является общим, является неизвестным множителем, она может быть чему угодно, но важно, что она маленькая должна быть, чтобы вот эта волна не была большой для линейных размеров. Но произвольной. Значит, мы задачу можем решить для любой амплитуды, предполагая, что амплитуда маленькая. Теперь здесь же для этой волны по-прежнему будет дисперсионное соотношение выполняться, и мы нарисовали здесь то исследование, которое мы провели. Мы нашли, что если по поверхности бежит свободная синусоидальная волна вот такого вида, то она создает потенциал вот более сложной формы, тоже с бегущей частью, некой зависимостью от z, которая вот стоит перед экспонентой. И для существует связь между частотой и длиной волны в виде дисперсионного соотношения. Вот это дисперсионное соотношение. Вот это окончательное решение, которое мы можем предъявить для синусоидальных волн. Так, что здесь интересного? Интересно то, что если задача линейная, то сумма решений, сумма вот подобных решений будет тоже решением. То есть мы можем взять два слагаемых, близких друг к другу. Ну, например, две бегущие волны. У каждой своя частота, своя длина волны. Но сумма решения тоже будет решение. Вот если это так, то мы можем даже от суммы решений перейти к интегралу, если у нас непрерывное решение, непрерывная зависимость от волнового числа. Вот давайте мы такую задачу сейчас поставим и решим. Да, у нас время есть. Поставим и решим. И посмотрим, что из этого может у нас получиться. Вот давайте. Вот у нас решение есть. Решение, вот это решение, все вверху написано, выше. Давайте мы вот отсюда, в бегущей части множественника вынесем из-под скобок, и у нас будет омега, деленная на k, которая заменится на фазовую скорость волны, которая, в свою очередь, сама зависит от k. И тогда у нас будет как для свободной поверхности, уравнение свободной поверхности, так и для потенциала вот такой множитель экспоненциальный от, в виде бегущей волны синусоидальной, в которой, в общем-то, все известно. Но
Давайте посмотрим, а сумму решений, как мы можем вот рассмотреть из этого сумму решений? А все очень просто. Вот если мы возьмем суперпозицию вот таких вот волн, вот таких волн, то эта суперпозиция будет тоже решением. И тогда нам аналогичную суперпозицию нужно брать и для потенциала. Но у нас легче так нам пронумеровать, например, что когда берем суперпозицию, то увяжем вот этот А амплитуду вот с этой длиной волны. То есть поставим некую зависимость, создадим А от К. Это означает, что амплитуды на разных К будут разными, и мы можем рассмотреть дискретный случай или непрерывный. Непрерывный случай сведется у нас к суммированию, который перейдет в интегрирование. Вот у нас появится интеграл по К от амплитуды, которая сама должна зависеть от К. А вот эта амплитуда будет зависеть, вот это вот распределение от К будет зависеть от начальных условий. Но если нас не интересуют начальные условия, то мы должны сами задавать А от К каким-то образом и смотреть, что будет с такой волной. Теперь, если мы зададим А от К, то мы точно так же можем подставить значение амплитуды в потенциал и взять интеграл по К. И то же самое мы получаем решение для потенциала. Вот теперь мы понимаем, что здесь мы зацепили сразу все волны, которые только могут быть между собой, длинные, короткие, какие угодно. И мы ввели в понятие, в рассмотрение распределение амплитуд по длинным волнам или по частотам. Так вот, давайте вот это распределение длин волн по амплитуд волн по длинным волнам мы можем задавать по-разному. Вот если это будет дельта-функция А от К, вот эта дельта-функция, вот эта, то у нас интеграл вычислится, и мы получим вот такой ответ, вот такой сразу. Абсолютно одинаковый такой ответ. И тогда у нас К будет просто здесь К равняться К нулевому в конечном ответе. И задача у нас, мы говорим, что когда А от К есть дельта-функция, то мы получим обыкновенную синусоидальную волну. То есть монохроматическая волна соответствует распределению А от К в виде дельта-функции. Теперь дельта-функция – это некая такая надуманная надуманный математический объект, физический, который можно представить следующим образом. Это такая очень высокая функция, которая площадь под которой равна единице, но ее ширина равняется нулю. То есть мы ее можем рассматривать только как предел. И вот предел, и тогда у нас амплитуда не нулевая в очень узком диапазоне. Значит, не нулевая амплитуда в узком диапазоне приводит к следующему, что вот в этом интеграле, который сейчас мы все-таки вернемся, вот в этом интеграле, если у нас не нулевая амплитуда в узком диапазоне, то у нас, вот если дельта-функция, то мы получим чистую синусоиду. А если близкая к дельта-функции, ну почти синусоиду получим. Значит, у нас будет как-то амплитуда, волна будет не синус, а такой чуть-чуть испорченный синус. Но решение все равно мы это можем получить. Давайте попробуем воспользоваться. Если у нас А от К, смотрите, вот здесь вот А от К, это резкая зависимость. А от К это резкая зависимость от К. В небольшом диапазоне вокруг К нулевого вот эта функция существует. Вне этого диапазона она нуль. А вот эта функция, от К зависит слабо. И в окрестности К нулевого мы можем просто подставить сюда К нулевое и все. И сказать, вот так она выглядит. Но если мы подставим сюда К нулевое, мы получим просто синус.
Давайте мы поправим этот синус. Вот эти вот функции все, которые зависят от k, гладкие и медленные, медленно меняющиеся, в отличие от k, мы можем эти все функции разложить в ряд по k. Все равно у нас множитель в виде амплитуды от k, он обрубает все ошибки, вдали от k нулевого будут. Там все равно нуль амплитуда. И вот мы разложим в ряд фазу, в ряд Тейлора в окрестности k нулевого. Вот смотрим, вот это k, как разложить k нулевое в окрестности k, разложить в окрестности k нулевого. Ну как? K, вот это k равняется k нулевое плюс k минус k нулевое. Вот все разложение. И тогда вот эту фазу, вот это k, мы имеем вот такое вот разложение k нулевое x минус k нулевое x, а вот это омега мы вынуждены по-настоящему разложить. То есть взять при k равном нулевое, это слагаемое, есть омега от k нулевое на t, минус d омега по dk при k нулевом, умножить на k минус k нулевое t. Вот такое вот будет у нас, вот такое вот будет выражение. Давайте мы соберем вот эти слагаемые однотипные и посмотрим, что мы из этого можем получить. Вот мы соберем слагаемые с k нулевым. Вот она. Мы получаем вот от этой части x минус омега от k нулевого t. А вот эти два слагаемых остальных, мы видим, что у них общий множитель k минус k нулевое. Вот он. А в скобках у нас будет x, вот этот x, это вот x, минус d омега по dk при k нулевое, t, вот это t. Вот получился такой множитель. Плюс еще дальше, там вторые производные, какие угодно. И вот теперь мы смотрим, что же у нас получилось здесь в конечном итоге. В конечном итоге у нас получилось, что фазу мы рассматриваем как k нулевое, x минус фазовая скорость при k нулевом умножить на t, то есть это фаза с известным наполнением. Здесь чистый синус с волновым числом k нулевое, ну, вот омега, которую мы посчитали, она уже здесь есть. А второе, мы получили еще один множитель k минус k нулевое, в скобочках x минус d омега по dk на t. А это что такое? Вот это называется групповая скорость. Это dk, d омега по dk, посчитанная при k нулевом, это групповая скорость. Мы сейчас увидим физический смысл. По размерности, да, это скорость. А вот в чем ее физический смысл, мы сейчас увидим. Значит, как будет выглядеть амплитуда в этом свободной поверхности в этом случае? Ну, мы помним, что нам нужно подставить, вот я сейчас вернусь к интегралу. Ой, к интегралу вернусь. Вот к этому интегралу, вот он интеграл. И у меня под интегралом я должен вот эту функцию разложить в ряд. На что у нас получится? Вот теперь у нас получается следующее, что у нас из-под интеграла выйдет экспонента, и k нулевое, у нас открывается скобка, x минус фазовая скорость от k нулевое умножить на t, скобка закрывается. А дальше и то, что из-под интеграла не вышло. А из интеграла не вышло следующее. У нас здесь будет омега. Вот у нас была омега от k, но нам удобно, это произвольная функция, можем как угодно сдвинуть, как угодно изменить. Мы ее запишем как омега, как a от k минус k нулевое. А дальше идет экспонента. Так, тут i забыто, вот в этом месте i. И в экспоненте в это есть k минус k нулевое на некоторый множитель. Теперь интегрировать нужно по k, но это все равно, что по k минус k нулевое. Вот смотрите, у нас получился интеграл. Интересно, этот интеграл, он есть при интегрировании по k минус k нулевое, у нас k нулевое, k минус k нулевое исчезнет. От чего он будет зависеть? А зависит он будет только от параметра i минус групповая скорость умножить на t. Вот от чего он будет зависеть. Вот этот интеграл будет такого вида иметь. И мы получим интересное такое выражение, что
Почти синусоидальная волна, распространяясь сама по себе, она имеет амплитуду, вот эта амплитуда получилась у этой волны, которая меняется в пространстве во времени. И эта амплитуда движется с групповой скоростью. То есть получается так. Это амплитуда. А дальше обыкновенный синус идет. Обыкновенный синус при фиксированной длине волны. Вот он, бегущий синус. Вот теперь давайте мы представим, что же мы получили. Получили мы следующее, что если мы рассмотрим почти синусоидальную волну, то в этой синусоидальной волне амплитуда будет бежать с одной скоростью, с групповой, а наполнение будет бежать с другой скоростью, с фазовой скоростью. Вот это наполнение или амплитуда представляет из себя такую огибающую, которая будет огибать вот сами амплитуды, вот, саму волну будет огибать. И вот эта вот огибающая, как раз мы ее получили, эту огибающую, она будет сама двигаться с групповой скоростью. Тогда мы можем рассмотреть это как группу волн. В группе волн есть наполнение, вот это пакет, волновой пакет. В пакете будет наполнение пакета. Это почти синус, но с меняющейся амплитудой. Так, чтобы там, где пакет, его размах равен нулю, то и амплитуда затухает. И вот этот пакет сам движется с групповой скоростью, которая, вообще говоря, медленнее для поверхностных волн, чем фазовая скорость. Другими словами, если мы создадим волну, которая будет у нас бежать с какой-то фазовой скоростью известной, но эта волна у нас будет не чисто синусоидальная, а в виде группы, то вот эта группа или пакет будет бежать со своей скоростью, с другой скоростью, не с фазовой скоростью. Эта скорость будет меньше. То есть внутри пакета будет рождаться волна. Вот, допустим, волна бежит вправо. Будет рождаться волна, она будет продвигаться пакета от хвоста к носу, постепенно увеличивая амплитуду, а потом уменьшая ее и затухая в носике пакета. Вот мы видим, что у нас образовался такой пакет, получился. И если мы будем рассматривать распространение волн вот пакетами такими, то у нас будет какая-то еще и максимальная амплитуда внутри пакета. Вот такое поведение движения в виде группы волн вообще известно. И вот эта групповая скорость, она давно появилась. Все это известно. Известно не только теоретически, но и на практике. Вспомните картину Айвазовского «Девятый вал». Что это за девятый вал? А это вот она волна, вот эта вот центральная волна, вот эта вот. Она самая большая. И вот те люди, которые на плоту там разбившегося корабля, вот они ожидают, что вот эта волна большая на них рухнет. Вот откуда родился этот девятый вал? Откуда это? Что это такое? Есть такая неустойчивость, когда мы пустим чисто синусоидальную волну, но в результате неустойчивости эта волна разобьется на последовательность пакетов. И в каждом пакете будет что-то волн 18, или да, 18 волн, и центральная волна 9, она самая большая. И моряки на своем опыте убедились, что вот все волны распространяются пакетами, есть скорость, с которой бежит этот пакет, и внутри пакета волны тоже движутся, постепенно увеличиваясь к центру пакета, и в центре пакета эта волна становится самой большой амплитудой. Вот мы получили с вами не только фазовую скорость, но и групповую скорость.
и даже объяснили, что это такое. Значит, что это такое? Ну и вот последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, сравнение длинных волн, коротких волн с точки зрения фазовой скорости и групповой скорости. Значит, для длинных, вот у нас длинная волна, фазовая скорость здесь корень из GH, дисперсионное соотношение упрощенное, и d мега по dk равняется тоже корень из GH, поэтому групповая скорость совпадает с фазовой. Для коротких волн у нас дисперсионное соотношение упрощенное, другое, корень из ЖК. Фазовая скорость зависит от длины волны, и d мега по dk в два раза меньше, чем фазовая скорость. Вот групповая скорость в два раза меньше, чем фазовая скорость. Для всех других волн групповая скорость меньше, чем фазовая всегда. То есть вот волны поверхностно бегут так, что групповая группа отстает от самой фазы. И вот тот факт, что длинные волны у нас бегут со скоростью корень из GH, мы можем увидеть на примере поведения цунами. Цунами – такая длинная волна, очень маленькой высоты, примерно полметра, на длине 100 километров. Каждая фаза бежит со скоростью корень из GH. Ну или каждая высота, каждый уровень на каждой высоте бежит одинаково. Теперь, когда эта волна подходит к берегу, то корень GH H меняется, и меняется скорость на переднем фронте. Эта волна при уменьшении H тормозится, ее передний фронт тормозится. Передний фронт тормозится, а задний через 100 километров, он еще ничего не знает, он набегает. Вот такая волна стягивается по длине, и ей деваться некуда, она поднимается, и возникает такая увеличенная амплитуда, которая большая волна, которая приходит берегу. Это вот есть цунами. И возникла она из-за того, что у нас длинные волны бегут со скоростью корень из GH, где H глубина. Так, все. Спасибо, я на сегодня закончил.